Как бы если бы вот не радовалась бы я, да? Если бы я не нашла второй, точно такой же подарочек, в такой же коробочке, с таким же бантиком. Ну да, Ксюша, это получается, ну, то оба, как бы, тебе. Ты мне лучше объясни, чего на этом подарочке у нас написано «жене», а на этом «единственный». Да ты чё? А, точно. Ага. А это в этом что-то делают, ну, как в магазине, который-то я брал, то... Так ты их просто поставила неправильно, вот и все. Я думаю, что такое? Смотри, нужно вот так, вот. И тогда все правильно получается. Единственный жене. Вот. Пожалуйста. То есть оба подарочка мне, да? Да. Оба. Оба. Ой, как хорошо. А что это за подарочек у нас там такой, который нужно на две коробки раскладывать? Что там у нас? Вода и нитроглицерин? Ниточка, иголочка, может быть? Холодильник и магнит? Да нет, Ксюш, просто ты не понимаешь. Дело в том, что ажиотаж, праздник, и как бы все, ну, коробки-то большие разобрали, вот и дают два коробочки. Так а что я думаю? Я просто открою сейчас, да и все, да? Правильно? Ну, да. С какого начать, не подскажешь? Ну, так жене. Жене, да. Ну, слушай, по русскому языку, получается, сначала единственное нужно открывать, потом жене. Ну, если не хочешь сюрприз, то давай. Ай, сюрпризы я люблю. Ладно, давайте попробуем подарочек. Жене, жене, открываем. А что у нас там? Ух ты, кружка. Кружечка какая. Прекрасная. О, написано «жене», «жене», «жена», «жене». А там у нас, видимо, чай, да? Чтобы из этой кружечки пить, правильно? Ну вот, видишь, догадалась, и открывать не надо. Пойду заварю на кухню. Стоять. Давай, давай, давай. Очень люблю сюрпризы. Хочу обалдеть второй раз. Итак, в ожидании чая открываем подарочек, а там у нас, ух ты, ночнушечка, да? Ой, ой, видимо, к чаю, да? Может, и как бы никак не ко мне, да? Мне-то максимум, о, руку украсить, ой, как хорошо. Ой, очень хорошо. Слав, ты бы там пошел бы разобрался, чай-то не положили, ты посмотри. Да ты что? Чаю нет. Я пойду узнаю. Стоять. Кому ты это купил? Ксюш, ты только не ругайся. А чё мне ругаться? О покойниках либо хорошо, либо ничего. Тёще. Единственной тёще? Ну да, единственной. Я вторую такую не переживу. Угу. То есть это ты купил женщине, которая родила это. Ну да, да Ксюша, а что такого-то? Слава. Ну... Вот признайся и умри честным человеком. Это любовница? Ксюша, ну какую любовницу? Ну откуда любовница? У меня на ноге браслет с GPS. У меня на всю спину наколка, он женат. Надо обновить ее, кстати. Это маме? Маме. Да? Нафига моей маме ночнушка? Человек встает в 5. Ложится без 10:05. Зачем человеку ночнушка на 10 минут? Объясни мне. Я позвонил, спросил размер. Размер он позвонил, спросил. Я позвонил, это маме. Да ну точно маме. Я тебе объясняю, ну, что чего? Это точно Перестаньте. Маме. Перестаньте. Вы что ругаетесь целыми днями? С утра до вечера вы ругаетесь, а? Мама! Ты посмотри на себя, а? Вот что ты сделала опять с собой? Пластическая операция одна за одной. Тебе 70 лет, ты выглядишь на 30. А ты не учи мать жить. Я на пенсии, что хочу, то и делаю. Тем более, пенсию подняли. На 2,5%. Куда мне их девать? Вот, трачу как могу. Слав, да. Я тебе вчера размер свой говорила, так вот сегодня он у меня уже изменился. Подожди, он что, реально тебе ночнушку купил? Ну, конечно, нет, она мне большая. Зашибись. Мне кружку, тебе ночнушку. А я тебе говорила, пойдем со мной, сейчас бы две ночнушки было. Ну, вот видите, никто никого не обманывает, ну...